Сотрудниками госавтоинспекции из незаконного оборота наркотических веществ изъято около 2500 граммов марихуаны. На 3-м километре автодороги Кызыл-Баянкол инспекторы ДПС остановили для проверки машину под управлением 41-летнего кызылчанина. В ходе досмотра в салоне транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый мешок, в котором находились листья и стебли дикорастущей конопли. Владельцем мешка оказался пассажир автомашины, житель Кызыла, 1971 года рождения. Предоставление в отдел полиции неоднократно судимый за совершение преступления против собственности, мужчина дал признательные показания и пояснил, что изготовил наркотическое средство для личного потребления. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является марихуаной массой около 2,5 килограммов. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере». За данное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.